период, когда формировали бюджет города Назарово, вы акцентировали внимание на том, что администрации, муниципалитету пора все-таки исполнять решения судебные, предписания и прочее. Речь идет Конечно. Там о сотнях миллионов рублей. Сегодня ведется такая работа в администрации? И вот, в принципе, может быть, обозначите какие-то вот основные нарушения, я имею в виду по направлениям. Это дороги, это социальные какие-то вопросы, что-то еще? Ну, бюджет так или иначе он корректируется. Ну, естественно, мы понимаем, что он не бездонный. И на все, наверное, невозможно предусмотреть. Да, соответственно, либо корректируется бюджет, либо это включается в, скажем так, в прогнозный план при увеличении бюджета. Эти вопросы, да, разные, но это касается исполнительных производств, по которым, в том числе по нашим искам, по которым администрация является ответчиком. Ну, то есть это и если вы имеете в виду город, это в первую очередь там, да, и иски были по дорогам, и по касательно жилищного фонда. Если это район, то это ликвидация свалок. То есть это, допустим, ну, самое актуальное, это Грядинская. Вопрос разнообразный, это вопрос, в первую очередь, исполнения судебных решений, решения суда. Не могу не спросить по микрорайону Западный. Там тоже состоялось решение, как раз по иску прокуратуры. Да. По поводу водопровода, понятно, им вот как бы выделили средства, они намерены начать эти работы. А вот все-таки с дорогами есть какое-то понимание, когда, что будет? Ну, решение только вступило в силу, оно обжаловалось в администрации. Поэтому как бы по дорогам пока конкретики, наверное, не скажу. Но я скажу только одно, что обустройство улично-дорожной сети, именно то, как мы формулировали свои исковые требования, ну, наверное, оно не всегда предполагает асфальтирование и бордюрные дорожки. Хотя бы можно грунтовые дороги сделать, ну, чтобы как-то обеспечить инфраструктуру.